мне очень нравится сад архиепископа. Там очень красиво. Там у нас вот такие вот лимоны гигантские, они просто потрясающие. Вот. Там очень много скульптур. Мне, наверное, больше всего именно этот сад запомнился. Вот он, этот лимон! Это просто удивительно. Лимон взялся из ниоткуда. Вот, очень потрясающий сегодня фермер будет. Потрясающие просто животные, собачки бегают. Очень вкусно нас накормили. На такой классической традиционной едой. Просто можно пальчики оближешь. Готовили очень потрясающе. Впечатление масса. Очень остались большие впечатления, интересные фотографии. Вот, готовить было классно. Да, вот эти маленькие дверки, где благодари местные мне впечатления. Большого роста, их могилки. Когда понимаешь реально, какие они были маленькие, что они просто пол-пол-пол, откуда пошли именно вот эти вот все про гномов истории. Очень интересно. И вот эти камни огромные, да, очень впечатлило вот именно вот это нестандартное поднятие по горам к скале, не к скале, а к крепости, да, которая, ну, видно, только с одной стороны видно, что это крепость, а со всех других сторон это скала. И непонятно, что там находится, очень интересное место. Рекомендую.